11 апреля на базе кафедры компьютерной инженерии и моделирования физико-технического института прошла открытая олимпиада по компьютерным сетям среди вузов и колледжей Крыма. Мы решили провести олимпиаду по компьютерным сетям. Связано это с тем, что рынок Крыма полностью переориентировался в смысле других производителей сетевого оборудования, других провайдеров. Крыму нужны специалисты, квалифицированные в области компьютерных сетей. Поэтому одна из целей была именно это. Мы пригласили представителей всех вузов Крыма, колледжей, студентов и даже школьников принять участие в вот такой олимпиаде. Состязание проходило в два тура. Первый тур – теоретический, в виде компьютерных тестов с целью проверки общих знаний в области компьютерных сетей. Второй тур – практический, где финалисты смогли продемонстрировать знания и умение работать на оборудовании на специальных компьютерных симуляторах для проектирования сетей. Пакет теоретических и практических заданий был подготовлен преподавателями кафедры совместно со специалистами-практиками Miranda Media. Наша цель – поддержать социально значимые проекты на территории Крымского полуострова и как значительного оператора связи в Крыму мы заинтересованы в хороших нестандартных специалистов, которые, возможно, продолжат карьеру, в том числе и в нашей компании. Победители состязания получат ценные призы и в будущем будут отобраны для участия во всероссийских олимпиадах и соревнованиях. Алена Арцебашева, Руслан Хохлов, пресс-служба Крымского федерального университета.